Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня, точнее прямо сейчас, мы с вами обсудим, ну, одну такую проблемку, которая нарисовалась, а именно отсутствие возможности войти в игру. Как я понял из комментариев под предыдущими моими видео, данная проблема касается не конкретно там РУ-региона, либо Европы. Хотя, как я понимаю, у РУ-региона проблем гораздо больше, потому что там в принципе ничего нет. Многие не могут зайти, многие не могут ничего открыть, не могут зайти элементарно в свой аккаунт в принципе, как в таковой. У меня же проблема выпала в виде вот такого вот вариантика. Если у ребят выдает ошибку 65, то есть отсутствие возможности соединиться с серверами, то там еще хоть как-то решаемо, можно поменять это все дело, зайти в настройки, если я не ошибаюсь, своего приложения, через которое вы качаете игру, будь то там, я не знаю, Play Market Google, либо другая платформа, с которой вы скачиваете игру, ну и, соответственно, поменять себе регион вашего местонахождения, то есть страну вашего местонахождения, откуда вы, на ту страну, к региону сервера Wargaming, там, либо Лесты, к которому вы подвязывались, то есть Европа, либо РУ, ну и, соответственно, выбираете соответствующую страну, подпадающую под тот или иной сервер. У тех, кто играет через Wargaming Game Center, я уверен, что выпала сейчас вот такая вот проблемка. Что самое парадоксальное, что конкретно с телефона, то есть с портативного устройства, на котором у меня установлен просто World of Tanks Blitz, абсолютно нормально заходишь в игру с обновлениями. Ну, короче говоря, проблем ровным счетом никаких нет. Вот эта вот проблемка нарисовалась вообще нежданно-негаданно, все было нормально, все окей, но вот такая вот фигулина произошла. Ребят, первое, что советую, не паникуйте, не пытайтесь сразу связаться с центром поддержки, не нагружайте ребят технарей, потому что я больше чем уверен, что Wargaming знает о существовании вот такого вот проблемного момента, и я больше чем уверен, что сейчас уже решаются технические вопросы в данном направлении. Поэтому ваши заявки, они в принципе ничего не изменят. Давайте дождемся хотя бы вечера, ну и, соответственно, в процессе ожидания будем периодически пытаться зайти. Братцы, у меня к вам есть просьба. У кого эта проблема уже решилась, на момент, когда вы смотрите видео, или после того, как вы посмотрели видос, у вас получилось, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, напишите, на каком вы регионе, соответственно, на каком серваке ваш аккаунт, получилось, не получилось войти. В общем, дайте какой-нибудь фидбэк для того, чтобы было понятно вообще, что происходит, особенно тем, кто сейчас паникует. Ну, а я бы рекомендовал все-таки панику отставить. Я больше чем уверен, что все любые вопросы являются решаемыми. В конце концов, если даже вдруг у кого-то где-то что-то потеряется, мне кажется, что Wargaming в процессе вот обработки всех заявок рано или поздно все равно всем все вернет. Я больше чем уверен, что такая компания, как Wargaming, навряд ли будет не решать подобные проблемы, потому что для них это чревато уменьшением, существенным, ребят, уменьшением количества игроков. А для них это, ну, серьезный удар по статистике, и это, ребят, не та статистика, которая у нас в количестве побед. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, поэтому, ребят, отставляем панику. У кого есть что сказать, пишите в комментариях. Только, пожалуйста, не засоряйте эфир в комментариях, ну, сообщениями, которые не несут смысловой нагрузки. Отписывайтесь исключительно по теме в отношении того, что у вас получилось, не получилось и так далее. Пока на данный момент все. Если вдруг у меня появится какая-то новая информация, обязательно сразу поделюсь. Всем благ, мира и однозначно спокойствия.